Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Инга. Давайте сегодня поговорим об укороченных пальто, или, как мы их называем, полупальто. Укороченное пальто отличается от стандартного пальто, естественно, своей длиной. Это делает этот предмет гардероба более удобным. Он прекрасно сочетается и с брюками, и с юбкой, и с платьем. Какие же модели будут модны этой весной? Конечно, хочу в первую очередь отметить, это укороченные модели кейпов, которые прекрасно подходят женщинам в возрасте, так как они отлично скрывают все недостатки. Еще я хочу отметить пончо, которое тоже отлично работает на женскую фигуру в возрасте. Знакомые уже укороченные модели оверсайз и кокон. Будут полупальто-жакеты. Будут модные полупальто-пиджак, который смотрится очень стильно. Укороченные варианты пальто-халат. Полупальто в стиле ретро. Укороченное пальто викторианской эпохи и в стиле 90-х. В этом сезоне будет модна широкая линия плеч. Из расцветок будут модны все пастельные оттенки. Будет модна клетка, растительный и животный принт, яркие оттенки зеленого, синего, красного. Ну и, конечно же, классические цвета – это белый, черный, серый. Спасибо, друзья, что вы были со мной. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего вам!